Всем привет! Вы на канале VSD, и вам очень зашло видео, в котором я рассказывал про вид заработка на Black Rush 1 миллион рублей за час. Ну и я решил снять еще такое видео, в котором я тоже расскажу про вид заработка на Black Rush. Он тоже очень интересный и очень прибыльный. Ну а перед началом видео, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Для вас это не трудно, а для меня это очень большая мотивация для создания новых роликов. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там скоро будет розыгрыш на 100 тысяч виртов. Это работа по перекупу машин. Продаешь ее, точнее покупаешь ее, а потом продаешь другому человеку за более высокую сумму. Ну или многие снимают путь трейдера. Если вам интересно, можете остановить и прочитать. Для этой работы вам уже не понадобится ни медкарта, ни военный билет, ни паспорт. Для нее вам понадобится только какая-то сумма денег. Чем больше, тем лучше. То есть, если у вас будет 100 тысяч, то у вас выход будет совсем небольшой. Вы будете покупать недорогие машины, перепродавать их за небольшую сумму. Лучше вам где-нибудь на другой работе подработать, где-то заработать 500 000 или 400 тысяч, а потом уже покупать более такие солидные машины, которые очень популярны в игре, чтобы их покупали. И в то же время очень, ну, хорошие машины, которые вы будете покупать за какие-нибудь низкие цены. Их можно найти или на БУ-рынке у низкого автосалона, или объявления, которые все время вот здесь вот висят. Ну а теперь давайте более подробно расскажу про эту работу. Что вам нужно обязательно знать, чтобы начать на ней работать? Здесь ничего особо такого не нужно знать. Самое главное — вам запомнить цены на все автомобили, которые вы будете продавать и покупать. Лучше не брать вот не весь низкий автосалон, не весь низкий класс, а какие-нибудь более популярные машины и по ним уже смотреть. То есть те машины, которые не особо продаются, вот как у меня Acura или какие-нибудь... машины, которые совсем не популярны, за ними лучше не гнаться, даже если на них не какие-то небольшие цены. То есть их продают, вам потом будет их очень тяжело продать, потому что их особо не покупают. То есть если я встану где-нибудь около автосалона низкого класса, мне придется очень долго ждать, чтобы у меня купили эту машину, и то просто подойдут и все равно ее не купят. Вам не обязательно запоминать все цены, которые в низком автосалоне. Вам просто можно их записать, название машин и цены. Или сделать скрины в автосалоне, если вам так удобнее. Ну, как удобнее, так можно и записать. И то есть, когда появляется объявление, вам нужно или чекать все время объявление, или стоять у низкого автосалона и ждать подходящую вам машину. Также ни в коем случае на этой работе, как и вообще во всей Black Rush, лучше особо не обманывать, потому что, может быть, первый раз вас не заметят, а потом вы несколько раз еще обманете, на вас кто-нибудь кинет жалобу, за вами начнет следить администратор, и через какое-то время вас просто забанят. Ну а если вы хотите подробнее узнать, как все это делается, какие машины лучше покупать и так далее, то можете просто в поисковой строке в YouTube набрать «путь трейдера», и вам высветится там много видео, там где «путь трейдера», точнее «Black Rush», и тогда вам высветится много видео, там где об этом подробно рассказывают, там, где снимают об этом видео. То есть, если вам интересно, можете посмотреть. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Всем удачи, всем пока!